Аборт не бывает безопасным. Всегда есть последствия, которые негативно сказываются на здоровье любой женщины. Но ежегодно тысячи казахстанских женщин идут на этот шаг. У всех причины разные. Запретить аборты в Казахстане предложили активисты. Психологи и религиоведы считают, что отмену абортов необходимо продумать на законодательном уровне. Причина – демографическая ситуация в стране. Кроме того, это позволит сохранить жизнь ребенку и матери. В Конституции прописано, что государство должно защищать жизнь любого человека, даже если это не родившийся ребенок, но у него уже бьется сердце в 140 ударов в минуту. Поэтому я считаю, необходимо продумать отмену абортов на законодательном уровне. Чем же может обернуться аборт? Врачи предупреждают о гормональных нарушениях, воспалениях, инфекции и сильной депрессии. Так называемый постабортный синдром и комплекс вины перед неродившимся малышом. Как отметил главный внештатный акушер-гинеколог Кустанайской области Иван Янсен, по итогам последних двух десятилетий наша область имеет депрессивные демографические показатели. Другими словами, количество родов равняется уровню общей смертности. Если в Казахстане рождаемость с каждым годом растет, то это, отмечает Иван Янсен, происходит в основном за счет южных областей страны. По итогам прошедшего года у нас рождаемость составила в абсолютных цифрах чуть больше 13 тысяч. И количество абортов, ну, порядка 6,5. То есть снижение абортов явное есть, это и в республике в целом имеется снижение абортов. Из 6,5 тысяч более 3 тысяч – это самопроизвольные аборты или выкидыши. Остальное – прерывание беременности, которое делают по инициативе женщины. Около 1000 женщин в год в нашей области делают прерывание первой беременности. Вместе с тем в Кустанайской области отмечается значительное снижение рождаемости. За последние 8 месяцев этого года в нашей области было на 150 родов меньше, чем за тот же период прошлого года. Врачи многих стран по моральным и этическим причинам отказываются делать аборты, ведь процедура это неестественно. Но несмотря на это, запрещать делать аборты в Казахстане, считают врачи, было бы неправильно. Каждая женщина имеет право выбирать, рожать ей или нет. Этот вид медицинской помощи в соответствии с кодексом о здоровье и здравоохранении Республики Казахстан, это на законных основаниях внесен в кодекс в соответствии с репродуктивным правом, есть такое понятие, женщине самой дана возможность решать вопрос, вынашивать данную беременность или не вынашивать беременность. До 12 недель. Запрет абортов может привести к росту внебольничных и криминальных абортов. К счастью, за последние 10 лет такие в нашей области не регистрировались. Запрет абортов, считают врачи, не улучшит демографическую ситуацию в стране. Манарбек Касколов, Диар Ахмечен, Софья Чернова, РТН.